Ну что, ковбои, вероятно, это последнее видео в этом году, а потому я решил все-таки сделать его, каноничный билд на книжного Геральта. Я до последнего оттягивал этот момент, потому что без Бадхёрта в комментариях тут не обойтись. Тема ведь очень щепетильная. У каждого из читателей, несмотря на, казалось бы, однозначные слова в книгах, складывается абсолютно свой мир Ведьмака со своим Геральтом. Но почему бы не сделать маленький подарок всем зрителям моего канала, ведь на Новый год даже такие маленькие хотелочки должны исполняться. Так не будем же терять времени. Самый каноничный из всех возможных каноничных ведьмачьих билдов на книжного Геральта в Ведьмак 3. Поехали! Привет, ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Итак, перед тем, как мы начнем, пара уточнений. Во-первых, это не адаптированная версия билда для игры. Мы просто стараемся подобрать наиболее реалистичный по книгам набор навыков для Геральта в рамках механики игры. И насколько билд будет играбельным, это вопрос второстепенный. Но, по крайней мере, в этом видео. И во-вторых, сам формат представления ролика будет немного отличаться от всех остальных, которые мы с вами когда-либо делали. Я по очереди пройдусь по каждому навыку и озвучу, насколько он подходит под этот билд. Сейчас на Геральте самая обычная рубаха и доспехи мантикоры, 53 уровень, бесконечное количество скиллпоинтов и два самых сильных меча в игре, стальной меч тусенского рыцаря и арандит. Выбирать навыки мы начнем с, пожалуй, самой профильной линейки скиллов для каждого ведьмака – фехтование. Геральт крайне хорош в фехтовании, настолько хорош, что первые 4 навыка – память тела, точные удары, силовая тренировка и сокрушительные удары – мы берем без вариантов. Кроме этого, Геральт настолько хорош в фехтовании, что является, пожалуй, лучшим фехтовальщиком севера, и в книгах его стиль боя похож на навык вихрь, который мы тоже обязательно берем. А вот навык разрыв нам совершенно не нужен. И дело не в том, что Геральт не может сильно замахнуться мечом и ударить сокрушительной силой, дело скорее в том, что это не практикуемый ведьмаками удар из-за своей медлительности. Вы только посмотрите на анимацию. Учитывая, что ведьмачий стиль боя основывается на быстрых ударах по жизненно важным точкам и уклонениях, в чем им помогает нечеловеческая реакция, то такой замах делает их просто-напросто уязвимее, а потому нет. Этот навык мы не берем. Так же, как и навык хлипкое оружие, ибо не совсем логично снижать эфемерное вражеское сопротивление обычными ударами. А вот навык сковывающие удары взять стоит. Мы все знаем, что сам по себе навык в обычной игре довольно бесполезен, но стиль ведьмачьего боя подразумевает нанесение ударов врагу по жизненно важным точкам, в том числе и всякого рода артериям, которые ослабляют врага, в нашем случае нанося ему определенный урон кровотечением. Теперь немного о защите. Геральт умеет отражать стрелы. Как-то сумел отразить даже 2 стрелы, но он точно не умеет отправлять их обратно во врагов. А потому в навык отражения стрел мы вкладываем лишь 1 очко. Навык легкость ног — это один из самых читерных навыков в игре, ведь при должном умении Геральт вообще перестает получать какой-либо урон. Что же касается книг, то стиль фехтования ведьмаков в целом это ничуть не танец. Это максимально неритмичные и непредсказуемые для врагов движения с чередованием выпадов, уклонений, пируэтов и так далее, в зависимости от противников, и уклонение тут очень важно, а потому качаем по максимуму. Навык контратака может быть и имеет какой-то смысл, но не в этом билде. Ведьмаки не парируют удары, ибо сражаются они в основном с чудовищами, парировать атаки которых, как и блокировать, практически подобно самоубийству. А потому акцент на этом делать не будем. Навык смертельная точность, пожалуй, самый неоднозначно каноничный. С одной стороны, убийство какого бы то ни было врага с одного удара — это как-то слишком читерно. С другой стороны, ведьмаки не бойцы, об этом я уже говорил. Они убийцы и охотники на чудовищ. И если любой ведьмак, в том числе и Геральт, видит возможность мгновенно убить чудовище, то он так и сделает. Тем более, что именно этому их и обучают. Но в данном навыке огромное количество ограничений. Начиная от того, что он действует только хотя бы при одной ячейке адреналина, с шансом всего от 2 до 6%, заканчивая тем, что мы линейку адреналина в билде качать не будем. В книгах я не помню какого бы то ни было упоминания об адреналине. Да и провести аналогию с боевым куражом довольно сложно. Ведь ведьмак учить не терять голову в бою и всегда хладнокровно оценивать ситуацию, ведь от этого зависит их жизнь. А потому навыки решительность, бессмертие и лезвие битвы мы игнорируем. Но хотим мы этого или нет, адреналин все равно будет накапливаться, и это очень-очень хорошо, но об этом чуть позже. С арбалетами все просто, ведьмаки ими не пользуются, а потому на линейку усиления арбалетов мы даже не смотрим. Переходим ко второй составляющей ведьмачьего стиля боя – магическим знаком. И тут на самом деле все крайне просто. В отличие от боевых навыков, магические навыки весьма
ограничены. Их практические способности в большинстве случаев сведены к использованию знаков, особых магических формул, для которых не требуется большой магический потенциал. Мы знаем, что Геральт владел довольно широким спектром ведьмачьих знаков, в том числе и сложнейшим гелиотропом. Его матерью была довольно сильная чародейка-отступница, которая, по последним данным, была чуть ли не эльфийкой. А все мы знаем, что именно от крови эльфов идет магия у людей. А потому мы можем легко предположить, что Геральт потенциально владеет всеми возможными вариантами знаков, благодаря своей крови. Кроме того, в новых книгах периодически появляются новые знаки, которыми, как вдруг оказывается, все это время владел наш ведьмак. Именно поэтому я качаю все 5 альтернативных форм знаков. То есть теперь Геральт владеет по большому счету 10 знаками. Но при этом я не качаю их усиления. Во-первых, потому что у нас тупо не будет столько слотов под навыки, чтобы все усилить. А во-вторых, нигде четко не указано, что Геральт лучше других в использовании знаков. А потому я применяю общее правило. У всех ведьмачьих знаков есть особенность. Они не требуют магического таланта. Для их использования достаточно сложить определенный знак и приложить усилие воли. Так вот, моя идея в том, что так как Ведьмак 3 нет такого понятия, как усилие воли, мы его заменим адреналином. И взяв навык река гнева из линейки фехтования, мы позволим Ведьмаку использовать любой из 10 знаков на полную мощь, при наличии достаточной концентрации в виде 3 очков адреналина. Таким образом, мы максимально приблизим применение знаков к книжному миру в игровых реалиях и позволим Геральту в нужный момент использовать знак, который может изменить ход битвы. Жаль только, что адреналин нельзя накапливать перед боем, например, при медитации. Не менее важной особенностью любого ведьмака, как последствия перенесенных мутаций, является иммунитет к ядам и токсинам, в связи с чем ведьмаки могут применять так называемые ведьмачьи эликсиры, которые смертельны для обычных людей, но ведьмакам позволяют становиться сильнее. Кроме того, мы знаем, что эти эликсиры — это своеобразный наркотик для ведьмаков, который вводит их в состояние эйфории. И, например, Геральт, напившись таких эликсиров, выходит в боевой кураж, убивает всех вокруг, не чувствуя при этом боли. Я бы сказал, что под это описание отлично подходит мутация эйфория, но это так, к слову. Что же касается линейки алхимии, то мы сразу убираем из обсуждения линейку приготовления масел и бомб, так как в книгах о них нет ни слова. А также не рассматриваем любые навыки, которые повышают здоровье, мутация тканей, презрение боли, или восстанавливают его, освежающий напиток. Я бы обязательно взял навыки ясность мысли и убийственный кураж, так как это подходит под описание боевой эйфории, когда ведьмак под эликсирами становится как под наркотиками. Повышенную сопротивляемость, но вложил бы не 5 навыков, а только 4, так как эликсиры все же являются ядом и некоторым наркотиком, совсем уж без последствий передозировка проходить не должна. И приобретенную стойкость, так как ограничение в 100 единиц интоксикации уж больно небольшое. Навыки отложенное восстановление и побочные эффекты совершенно игровые, и их механика в книгах никогда не звучала. Навык синергия очень странный, ведь они действуют на мутагены, которые мы применяем на Геральта, вытащив их из монстров. И я на 100% уверен, что ничего подобного в книгах не было. Еще есть навык быстрый метаболизм, который можно было бы взять, ведь ведьмаки имеют повышенную сопротивляемость токсинам, а значит выводиться из организма они должны довольно быстро. Последний навык – адаптация. Не имеет места быть в нашей копилке навыков, так как в книгах нет никакого упоминания об отварах. И, кстати, это важный момент. Если вы вдруг хотите поиграть с этим билдом, то ни о каких отварах речи быть не может. Только эликсиры, только хардкор. При этом в книгах упоминается буквально несколько эликсиров. Белая и черная чайка, иволга и, кажется, что-то похожее на пургу. Но все мы знаем, что после осады на Каэр Морхен многие секреты были утеряны, в том числе и, возможно, на приготовление эликсиров. Остались только наиболее распространенные и известные. Я предлагаю все-таки не ограничивать Геральта в применении эликсиров и применять любые, которые доступны в игре. С 3 основными навыками мы разобрались, остались дополнительные желтые. Скажу сразу, что места для них в билде особо нет. Да и если присмотреться, то только навык контроль метаболизма, даже своим названием, более-менее подходит под билд книжного ведьмака. Все остальное не особо. Техники определенных школ не подразумевают наличие школы волка. Все навыки из усиления бомб, арбалетов и адреналина не каноничны, как, впрочем, и связанные с едой, местами силам, весом и блокированием. Я бы, пожалуй, еще мог взять навык солнца и звезды, так как мы знаем, что ведьмак обладает чрезвычайно сильной регенерацией, которая, к сожалению, никак не задействована в основных навыках. Но я повторюсь, места, скорее всего, для этого навыка не будет. Последнее, чего я хочу коснуться в рамках билда, это дополнительная мутация, которая открывается в дополнении кровь и вино. Понятное дело, что книжный Геральт не открывал в Тусенте эти доп-мутации, но мы знаем, что он их прошел еще в Каэр Морхене, и именно они сделали его волосы белыми, чем не может похвастаться ни один из ныне живущих ведьмаков. А потому я считаю, что ее использование вполне оправдано. Что же касается выбора мутации, то вариантов всего 2. Эйфория, которая черпает свою силу из интоксикации применения эликсиров, о чем я говорил ранее и что вполне канонично. Или мутация метаморфоз,
Мороза. Причем не своим рандомным применением отваров, которых в книге в принципе не было, сколько своим небольшим влиянием на силу ведьмака, попутно улучшая его зрение в темноте, которое и так должно быть хорошим, и позволяя ставить любые навыки в дополнительные ячейки. Но я, пожалуй, возьму эйфорию. Так, на этом билд готов. Давайте его собирать. Берем эйфорию и заполняем 4 доп. Ячейки зелеными навыками, ну, кроме быстрого метаболизма. Потом расставляем 5 синих ячеек, отвечающих за альтернативные формы знаков и обязательно умение из фехтования «Река гнева», которая тесно с ними связана. У нас остается 6 свободных ячеек и 9 красных навыков. В связи с нехваткой свободных ячеек я предлагаю убрать из прокачки 4 базовых навыка на усиление сильных и слабых ударов, оставив только вихрь. Мы можем их убрать, так как по сути они увеличивают лишь внутриигровые показатели силы атаки и непосредственно на сам стиль боя не влияют. Зато у нас после этого остается одна свободная ячейка, которую уже на свое усмотрение можете заполнить желтыми навыками солнца и звезды, контролем метаболизма или зеленым быстрым метаболизмом. Но я, пожалуй, возьму солнце и звезды, ведь по большому счету смысла еще увеличивать интоксикацию или ее снижение, при условии, что мы не пьем отвары, смысла нет никакого. Мы и так легко обходимся тем уровнем интоксикации, который у нас есть. Мутагены, несмотря на их абсурдность, я все-таки выставлю, чтобы немного усилить нашего ведьмака. Но это уже так, игровая реальность. В бою, по факту, мы довольно сильны. У нас есть возможность применять абсолютно все зелья, которые только есть в инвентаре, и по несколько раз использовать хилки, до того как шкала интоксикации перевалит за 95%. Применять зелья в бою не совсем канонично, но можете ими закидаться прямо перед боем. Благодаря эйфории ведьмак очень неплох в атаке, не говоря уже о том, что контратакующие противники замедляются, и после убийства двух врагов наш шанс критического урона переваливает за 100%, что идеально подойдет для смертельного вихря легких ударов. При этом мы не запредельно сильны, хп у нас немного, интоксикация как урон постепенно снижаются, эффекты от зелий заканчиваются, а потому на долгий бой мы идти не готовы. Зато при накоплении 3 ячеек адреналина можем жахнуть сильным знаком. Не говоря уже о том, что мы легко уклоняемся от всех атак без получения урона, можем защищаться от стрел, ранить всех врагов кровотечением и, если повезет, даже убить некоторых из них мгновенно. Что же касается снаряжения, то чисто внешне наиболее каноничным я бы назвал броню Мантикоры. Ту, которая не легендарная, конечно же. Она легкая, кожаная, высокие сапоги, высокие перчатки с серебряными вставками на костяшках. Она подразумевает дополнительный кинжал, которыми не брезговали пользоваться ведьмаки, и держатель для зелий. При этом она не обременена стальными утяжеляющими вставками, которые бы замедляли ведьмака. Но по большому счету Геральт носил то, что было. То есть его броня, конечно же, описывается в книгах, но никто не говорит, что она канонична, обязательна и мастхевна. Мечи любые, самые сильные. Приветствуется отсутствие доп. Параметров, кроме как усиление силы и шанса крита, а также кровотечения. И все. Наш каноничный книжный Геральт на этом готов. Если у вас остались вопросы или есть обоснованное альтернативное мнение, то я с радостью ознакомлюсь с ним в комментариях. Если будет интересный фундаментальный альтернативный подход, то я с удовольствием сделаю видео и на него. А на этом точно все. Это последнее видео в уходящем 2016 году. Всех с практически уже наступившим 2017 годом. У меня на него есть некоторые планы, и я надеюсь, вы с ними меня поддержите. Всем желаю исполнения ваших маленьких желаний и больших мечтаний. Увидимся в новом 2017 году. И на этом пока. Всем пока-пока.